Ребята, всем привет! Сегодня вот выбрались на рыбалку, сегодня 1 ноября. Решил с утра съездить. Морозец у нас сегодня, минус 2 градуса. Там он даже, если видно, лед встал по окраинам. Вот затончики решил половить на живца, на спиннинг. Покидает сейчас, возможно, щука будет ловиться. Вот так-то рыбка гуляет, вот смотрю. Поэтому, возможно, сегодня у нас удача и будет. Посмотрим, половим, порыбачим. Покидаем сейчас на воблер, попробуем. Туда вот на мель. Смотрим. Опа, а нет, травка. Травка, травка, травка. Сразу заловил. Вода еще вот ушла, смотрю, здесь. Здорово, блин. Так-то вот гуляет рыба, щука ходит. Ладно, глянем. Так вот сейчас шел, по-моему, две штуки от берега отошли, около берега стояло. Что-то опять что-ли залаял. А, блин, смотрите, кого подбагрил. Малечком маленького. Обалдеть, блин. Снять его, блин. Плотвичка. Тут даже малек багрится. Ладно, сейчас кинем подальше туда, вот в кустике. Саму травку. Ну, по-моему, я там уже поймал траву опять, блин. Вот сюда вот сейчас. Просто повыше вести. Чтобы так сильно не цеплялось. Там совсем мелко. Так вот можно. Блин. Как ни веди, все равно цепляется. Короче, засада, блин. Ничего. На той стороне как-то неплохо. Вон щука гоняет, блин. Ну туда я не перейду. Вот сюда сейчас, возможно, будет шанс там. Он кто-то ударил там, ударчик был. Небольшой, но был. Туда вот сейчас бросим, в самую муть. В самые кустики, может там стоит какая. Блин. Пугнул кого-то, пока кувшинку продергивал. Ладно. Блин, они зацепы. Самые такие места такие интересные. Наверное, нормально провести проблематично здесь, конечно. Однозначно. Попробовать вот сюда вот на угол пару раз кинуть. Здесь не совсем, конечно, удобно ловить. Но все же можно попробовать. Может, какая стоит около берега. Здесь тоже, правда, кувшинки всякие тут. Зацепу хватает вот туда. Эх, далеко кинул, надо поближе был к берегу. Ну ладно, попробуем. Ничего страшного. Может,
какая-нибудь поведется, может, проходит мимо где-нибудь. Время 9 утра, сейчас еще рано. Ну, это же ледик местами образовался. Местами уже ледик. Вот так вот бросим. В самую траву, ну ничего. Вон она, подорвалась одна около берега. Там, наверное, видно было. Но уже я, по-моему, что-то там воблершу перепутался у меня. Ну да, за тройник зацепился. За нижними. Вот так вон, одна какая-то оторвалась от берега-то. Даже интересно стало. Чуть-чуть вот подальше. Вот. А, блин. Вот так вот хотя бы. Блин. Зацеп уже. Ну, вот играет он. Зацепил, но на нем ничего не висело. Чуть-чуть подальше, эх, совсем далеко. Ну ладно. Там какая-то мелочь, щучка ходит. Гоняет. Малек разлетается. Ах, вот она, вот она, вот она, вот она. Куда пошла вот таркара? Вот она. Шла, наверное. За воблером. Блин, и воблер перепутался, козел. Вот гад, блин. Шла она здесь, шла. Куда она теперь уже? Какая-то за ним, наверное, шла, подорвалась. Но я рано, наверное, вытянул его все же. А вон еще одна. Есть щука-то. Так. Попасть бы ей под нос. Попробуем равномерно провести. Наверное, равномерно, может, и не получится. Топится, блин. Что-то зацепил. Ха, опять смотрите, ребят. Багрим малька, короче. Опять малечек подбагрился. Какой-то, блин. Малька много здесь, походу. Следа уже второй раз багрится. Блин, конечно, штиль такой вообще. Вода гладкая, прям приятно. Смотришь, когда ветер не особо такая, по прям кайфу, если честно. Ну нет. Что-то вот они подрываются немножко, но брать что-то не хотит она. Хотя одна поклевочка-то была, ударчик там вот. Сейчас покидаем. Ай, может, у меня еще жор не начался. Находит, может, такой тоже может быть.
Сейчас глянем, ничего. Так вот сейчас по прямой попробуем. Конечно, там, блин, один зацеп. Спиннинг подымем повыше. Опа, поклевка была, ребята. Блин, опять ударил и опять это. Прям сверху, с самого верху поклевочка была. Ударчик. Сейчас мы закинем. Эх, блин, не туда, ну ладно. Теперь уж куда закинул. Ну, в сторону идет у меня опять. Что-то перепуталось там. Что-то зацепил. Наверное, что-то зацеплено было. Тоже нормальный заброс. В принципе. Эх, кувшинка. На мель бросить. Но мы сразу цепляются. Ну да, сразу нацеплял. Сразу нацеплял, блин, травы. Цепляется. По-моему, там уже травище. Ну, точно что-то зацепилось. Все, наверное, да, жор у меня еще не начался сегодня. Блин, цепы. Так, куда еще? Отсюда давайте кинем. Повдоль кувшинчик попробуем провести. Он гоняет здорово тоже.
Вон что вытворяет. Нам он аж сверху плавает. Там что-то творится там непонятное. Надо срочно туда сходить. Проверить, что там есть. Что там прыгает такое, блин. Вон прям вообще. Может, окуня, блин. Хотя не знаю. Да сейчас бросим, посмотрим. Прогоним, сейчас глянем. Блин. Что такое? Блин, воблер запутался, что ли? Ну точно, блин. Тройник перехлестнул с поводок. Здесь лишайники рыжие, блин, что-то такого не было. Что это такое, интересно? Ну тут малька гоняет, блин, на воблер не хочет брать. Попробуем равномерно проведем. Тоже не хочет, блин. Ну, что-то нацеплял тут. Сюда вот. Во-во-во, щука, наверное, стояла там около берега, ломанулась, но так от воблера по берегу пошла, только рыба разбегалась. Вон что вытворяет, блин, так гоняет, это вообще. И вон дальше прям здорово. Ну, блин, я туда не докину. Надо что-то тяжелое ставить. Ну, попробовать еще вот здесь вот с лодочки половить. Перешел вот на лодку, сейчас с лодки покидаю вдоль берега. Ох.
совсем к берегу полетел. Не, не хочет тут. Может, и нет ее здесь. Так, теперь нужно как-то слезть с этой лодки. Раньше с лодки покидал, что-то ничего там нету вдоль берега. Будем пытаться вот отсюда сейчас что-нибудь выловить из-под травки. Эх, что-то опять заловил. Сюда вот сейчас бросим. Эх, блин. Ребята, смылось. Схватил и опять ничего прям протащил. Хвостом плеснула она. Помахала мне и все, блин. Ну, блин. Да, не очень активна она, поэтому как-то она, так она берет не очень, это жадно. Чуть-чуть тронет и все. Вот, наверное, в чем причина, блин. Это вот они поклевочки все такие какие-то. Еле-еле дошафтили. Эх. По-моему, там уже трава. Ну да. Естественно. Да, вот сейчас бросил. Ну, блин. Сразу заловил. Ну ладно, почистим, меньше в следующий раз цепляться будет. Блин, туда. Я же еще зацепил, блин. Блин, оттас вообще. С каждого заброса. Что-нибудь интересное, но поймаешь. Коряга попалась. Ладно.
Ай-яй-яй, в палец воткнулся, блин. Блин, засада, еще и запутался. Опять зацеп. Что-то наловил. Цепилось. Блин. Он отсек кувшинку. Одни зацепы, я все туда кидаю и кидаю. Мне что-то кажется, что там прям щук меня ждет. Ух, отошла, блин, щука стояла там, а что-то вот не взяла. Боится воблер. Там от воблера ломанулась. Мелко. И прям видно, как она, если дергается. Блин, опять трава. Снова травка. А у нас травка. По-моему, опять травка. Ну да. Пойду сейчас вот туда вот перейду. На тот угол попробую там чего. Погода, ребят, прям бомбическая, если честно. Вода как здорово. Вот здесь вот вода была, блин. Ушла, блин. Все прибывало так резко. Потом что-то резко раз и ушла. Вот уже люди переходят туда. Там-то интересно походить, но я не перейду, я не в сапогах. Немного приболел, поэтому резиновые сапоги мне сейчас противопоказаны. Здесь вот можно немножко покидать, конечно, тоже здесь. Не знаю, еще глянем. Тут прям я совсем к берегу бросил. Там один зацеп. Нет, что-то как-то прошел он, как ни странно. Нет, не совсем удобно, конечно, кидать туда. Ну и ладно. Туда-то накинем сейчас. В середине попробуем.
Ну, а тут на солнышке стоишь, даже припекает. Там в тени свежевато немного. Ну, лёдик. Вода уходит, вытекает, а ручей прям видно как. Ладно, пойдем обратно. Опа, есть! Ага. Есть, есть, есть. Хватануло. О, такой его. Такая его схватил. Зацепился-то как всем тремя, прям сразу крючочками. Берет, блядь, она прям. Ну это вот схватил нормально, снизу как-то, блин, попалось тут. Блин. Короче, фиг. Вот, короче, вот такая вот. Щучка. Меленькая, блин. Ладно. Короче, одна попалась, миленькая. Схватила из травы. Далеко тоже взяла, блин. Блин, вот эти кувшинки, конечно. Ничего не сделаешь. Конкретно. Ух, поклевка. Блин. Опять схватил и опять мимо. Еще разочек туда бросим. Есть, есть, ха-ха, есть. Есть. Тебя тоже? И у меня первый раз схватил мимо, блин.
ударил, а это. А вот второй сейчас попалось. Опять оттуда же, короче. О, ребята. Ну вот. Тоже поинтереснее. Такая нормальная уже щучка. Опа, о, какая. Короче. Такая нормальненькая. Второго раза взяла. Щукарь, блин. И как-то опять промахнулась-то, зацепила его как за нос, блин. Первый раз ударил и мимо. Второй вот она уже влетела мне. Короче, вот такая вот. Ну, нормально, что. Клюет зубастая. Зубы вон какие у нее. Злющие. Интересно, что. Хотя бы поклевочки есть. Вот, ребят, стал попадаться, поклевочки появились. Тоже хорошо. Радует. Время почти 11. Трава уже висит. А, отлетела. По-моему, там трава, блин. Точно. Под нос ей попадешь, она клюнет. Может, жор только начинается. Должна она как-то клевать когда-то-то. Есть такая погода. Опа, есть! Есть, ребята, есть! Есть, есть, есть! А, садилась. Видал я там малек, разбегался, бросил. Схватила, опа. О, опять такой небольшой щурочек, ну попался. Вот такой вот, короче. Небольшой. Ну, зацепил с двумя тройниками здесь. Ну, смотри, за жабры-то это. Ну так тут нормальный. Такой вот, короче. Ну что, вот, ребят, 11 часов. Поклевывать начала. Щучка. Правда, крупной нету. Но, может, еще и будет. Посмотрим, что-то напуталось у меня здесь, блин. Вообще труба. Трубодело, трубодело. Как-то непонятно, блин. Так вот все. Вроде распутал. Аж движухи какие-то начались. Да, ее видно. Малек разбегает, значит, где-то она идет. Бежит. Что-то зацепил опять. Трава там.
Кувшиночки. Витька, привет. Ронька, как успехи? Успехи? Ну вот, что-то сейчас начала поклевывать. У тебя как дела? Вчера тоже ябки решил. Он всегда говорит, на речку тропинку есть. Я говорю, есть. Но он там долго, до 2 часов. Ну там делать нечего. На реке все плюются. Я туда пошел, блядь. Ничего, ни у кого не ловится на реке. Бросает. Я говорю, ну что, он говорит, ни одной поклевки. Да я говорю, вообще нифига. Говорит, вот вчера от этого, от водокачки сюда на лодке. Говорит, хоть бы одну поклевку. Ну вот, а она вся по затонам, да. Рыба сейчас шкирится. А туда ходи. Там воды вот. Мало очень, да? Там щупить, наверное, нет. Потому что не мелочи не играют. Да не, разлив-то в принципе так это не гоняет ничего, да? Нихуя даже, блядь. Тишина. Че же она ушла оттуда вся? По идее, так там здоровая, и там место-то. Ну там летом, говорит, оставалось 3 болота тоже. Да, пересыхала она. Жара ж была, да. Есть, 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 ребята, есть. Эх, ушла, бля. Ах, блин. Она даже погналась еще раз, блин. За ней. Гляжу, в сторону пошла, как схватила сбоку, блин. И второй раз, гляжу, погналась даже, блин. Какая-то или другая это была, блин. Что-то не понял я, блин. Юмора. Чудеса творятся, блин. Ну, схватил, жалко, блин, а. Ладно, че. Ну, в общем, ребята, на этой ноте, наверное, закончим рыбалку. Время почти час. Короче, кидал я еще где-то, наверное, часа полтора, наверное, где-то так. Вот. Гонять гоняет, но клевать уже не клюет почему-то, не знаю. В общем, что поймали, такая сегодня у нас была рыбалочка. А кому понравилось, подписывайтесь. До новых встреч, друзья!